Дорогие мои якутяне, 2015 год в нашей стране – это год литературы. Многие выдающиеся, известные люди нашей страны читают произведения наших классиков. Даже мы с борта Международной космической станции читали произведения Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Как вы знаете, в свою третью космическую экспедицию я взял томик Алексея Алексеевича Кулаковского, классика якутской литературы. И сейчас я зачитаю одно из его произведений отсюда, с борта Международной космической станции из космоса. Так как я в предыдущем своем полете брал якутский хомус, то, естественно, мое произведение будет о хомусе. Хомус. В тот день, когда пламя добрых богов сотворяло подлунный мир, в тот день, когда нас, двуногих, они выпускали на землю жить, в тот день, когда нас, якутов, они поселили среди земли, в тот день это племя добрых богов сотворило в подарок нам голосистый, милый сердцу хомус с дрожащим, пружинистым язычком, с железкой звенящей вроде струны на 100 разнообразных ладов. При этом племя добрых богов, не жалея самых красивых слов, разноцветных, как пригоршни ярких бус, заклинали сотворенный хомус. Основу, планку, мы из отборного сделали железо. Зажимы, винтики, мы из крепкого сделали железо. Кольцо, петельку, мы из твердого сделали железо. Язычок, пластинку, мы из чистого сделали железо. Певучими голосами разных племен мы хомус напитали. Певучие речи разных племен мы ему нашептали. Напевные говоры разных племен мы ему сообщили. Сладкозвучными песнями разных племен мы его наделили. Свист и трели самых различных птиц мы в него заключили. Дуновению легких воздушных струй мы его научили. Всем, кого одолеют несчастье и горе, пусть поет свои песни, дух пускай просветляет, а тоску прогоняет. Пусть поет свои песни в нетяжелой печали, и кручины и скорби, пусть поет свои песни. Боль пускай его унимает, раны пусть заживляет, пусть поет свои песни. Чтоб бороться, сражаться, чтоб в борьбе не сдаваться, пусть поет свои песни. Пусть в труде помогает, пусть усталость снимает, пусть поет свои песни, когда отягченные семьями, когда изнуренные голодом, когда от борьбы ослабевшие, когда от трудов отощавшие, к вечеру морозом теснимые, к ночи темнотою загоняемые, соберутся якуты в свои жилища, в тесные гнезда из жердей и дощечек, для тепла обмазанные навозом, и начнут, чтобы скоротать проклятые ночи, сказки сказывать, да вскоре наговорятся, песни петь, да вскоре напоются, игры играть, да вскорости наиграются. Тогда от лежания вяло, тогда от недоедания слабо, умом от бездействия захеревшим, тогда-то заиграем хомус свою песню, тогда-то этой песней хомус верни их к жизни, душу их ободри, сердце их обогрей, грусть печаль погаси, ночи долгие скрась, одиночество сгладь, думы черные их развей, дни весенние к ним приблизь. А когда наступит милое лето, а когда тепло одолеет стужу, укротит, сокрушит морозы, все снега на земле растопит, все луга цветами украсит, небо сделает голубым и ясным, изобилием одаряя, радость в будущем обещая, голодного делая сытым, тощего делая жирным, слабого делая сильным, упавшего на ноги поднимая, небо птицами наполняя, насекомых плодя без счета, всех зверей кормя до отвала, всех людей превратив в довольных, из несчастных да из голодных, даже лодырей беззаботных, благодатью не обездолив, вот тогда-то зеленым летом будут праздновать люди праздник, словословие добрым духом. Сперва малый Исаах состоится, то есть праздник в пределах рода, потом средний Исаах состоится, то есть праздник родов соседних, а потом Исаах великий, а потом Исаах широкий, праздник всех веселых якутов. Будут бурные игры, будут буйные танцы, будут звонкие песни. Там же игрища ловких, состязания сильных, смелых и быстрых и метких в свой черед состоятся. Вот тогда-то твоя забота звучным голосом и напевом эти игрища приукрасить, эти празднества сделать ярче, а сердца и души светлее. Так сказали белые старцы, так великие старцы велели. Алексей Алексеевич Кулаковский с Международной космической станции.